Ну и последнее. Британские киноакадемики оценили, теперь дело за американскими. Фильм «Выживший» режиссера Алехандро Гонсалеса Иньерриту стал триумфатором престижной премии «Бафта». Он собрал 5 наград, в том числе самый престижный – лучший фильм и лучший режиссер. А Леонардо Ди Каприо удостоился бронзовой маски за главную мужскую роль. Это его первая победа на «Бафте», хотя до этого он номинировался 3-жды. Ну и теперь критики с еще большим энтузиазмом прочат актеру «Оскар», на который он выдвинут уже в 6-й раз. Ведь «Бафту» называют генеральной репетиции главной мировой кинопремии. Получит ли Ди Каприо заветную статуэтку, станет ясно уже через 2 недели.